В эти же дни начала меняться судьба пустыря за городским театром, где был устроен праздник древонасаждения. В этот день учащиеся гимназий и училищ города под руководством опытных садовников и учителей высадили здесь молодые деревца и саженцы, выписанные специально для этого из Саратова. Так возник сквер, вскоре названный Пушкинским сквером семейно-педагогического кружка. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».